Некоторые люди устанавливают скрытые камеры просто из любопытства. Ну, интересно народу посмотреть, что происходит на улице. И порой камера скрытого наблюдения фиксирует действительно интересные вещи. Эти мальчишки решили испытать новую игрушку – пневматическую винтовку на живой мишени. И тут какая удача, им под руку как раз подвернулся пьяный прохожий. Вдоволь поиздевавшись над прохожим, мальчишки убежали. А бедолага решил выместить свою злость на первом встречном. Например, на женщине, которая поджидала на остановке трамвай.